А, Фиска? Ты прям ходишь как можно... Я, конечно, запонимаю. Ты можешь ничего мне не говорить. Я то знаю, зачем писки нужны. Там, да, да, да. Там, ну ладно, ладно. Ну а что, за границей дешевле? Без Б. Ну, допустим, у них там покупать не Я просто не знаю, когда это будет. Тот же самый российский. Не, ну как что так сразу? Да, он это не за границей. Ну на 5 дней? Вот у меня друзья в прошлом году в ту же самую Испанию и Италию на 11 дней летали за 15 тысяч человек, причем все включено. Не, у меня завтра после 200 тысяч, а у тебя? Когда у тебя тебя на даче свали будут? Да я не знаю, господи. А Светлана нас вообще не приглашает. Она приглашает. Приглашает. Она уже до нас приглашала, но что-то случалось, поэтому... Ну у тебя уже все приехали, да? Ну они вообще не будут вернуться, никогда никуда не уезжают. Вот в чем проблема. У меня все уезжает. Поэтому только у меня на меня надежда. У тебя есть жвачка? У меня только одна штучка. А, у меня конфетка. Подожди, Оля, слушай, на Финском заливе ни хрена не холодно. Там реально ну, просто нет, там как...